Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Давайте сегодня посмотрим коротенький расклад, о чем вы не подозреваете, а оно уже совсем близко. Будем надеяться, что что-то такое позитивное мы увидим сегодня. Хотя никогда не знаешь. Так, это я типа вас это сейчас подбодрила, да? Колоду «Театр кукол» возьму и «Таро небо и земля». Позиции вы видите перед собой, вся информация о мне, обо мне и моих услугах есть в описании под видео, по ссылке «Мои услуги», а также там есть номера карт, куда вы можете перечислять донаты, если захотите, и я вам благодарна за это. А мы с вами сразу приступим и посмотрим. Так, позиция номер один, голубенький камешек, о чем вы не подозреваете, а оно уже совсем близко. Сначала на этой колоде посмотрим. О чем вы не подозреваете, оно уже близко. Да, действительно, что-то стремится в вашу жизнь, рыцарь жезлов, рыцарь огня. Что-то такое, знаете, достаточно позитивное, да, что же это может быть? Какие-то изменения, у меня ощущение, что, знаете, какой-то праздник. Вот вы не подозреваете, а это уже стремится в вашу жизнь. Что это за праздник? То, о чем вы долгое время думали, мечтали. Причем это что-то такое, связанное, может быть, с семьей, может быть, какие-то религиозные праздники, может быть, что-то связанное с традицией. Что это за праздник? Почему-то хочется сказать, какой-то женский день, может быть, ваш день рождения. Что-то такое. Потому что девятка педакли, да, здесь изображена все-таки женская фигура. Либо какой-то, ну, подарок может быть финансовый. Такой тоже может быть. Либо у кого-то может быть, знаете, помолвка, бракосочетание. Для кого-то наоборот, завершение какого-то брака, да, то есть кто долгое время ждал разрыва вот этого завершения. Да, знаете, здесь еще может проходить завершение чего-то и начало рождения чего-то нового. То, от чего вы закрывались, здесь что-то такое, что о чем вы мечтали, в это мало верилось, но... Хочется сказать, знаете, иногда мы специально говорим о том, что бы очень хотели, да, но такое чувство, что мы как будто бы не верим, что у нас это произойдет, поэтому давай мы будем говорить, что нет, как это выражение, никогда не говори никогда. Давай я специально буду говорить никогда, чтобы это мне случилось. Это вот здесь что-то такое, то, от чего вы долгое время закрывались. То, во что вы не верили. Может быть, для кого-то важны были какие-то отношения, либо переход на какие-то серьезные отношения, на какой-то другой уровень. Здесь то, о чем вы мечтали, хотели, верили, а прям вот фантазировали, это заполняло ваши... Какой-то шанс, да, какой-то удачный шанс, какое-то предложение здесь может быть. Подарок какой-то, да, я уже говорила об этом. Ну и вот туз кубков, двойка кубков. Для кого-то это вот действительно какой-то союз. Вот, знаете, именно слияние. Для кого-то может быть новый союз, потому что все-таки выпало два туза, да, туз педакли и туз жезлов. Для кого-то какое-то предложение, да, для того, чтобы перейти к более серьезным отношениям. Но здесь что-то, даже если это не брать сферу отношений, здесь какую-то возможность вы, ну вот прям, знаете, как будто вы просили, дай мне шанс на что-то. Прям, давайте я посмотрю еще, что-то мне не хватает какой-то информации. О чем это? Но это как-то то, что долгое время в прошлом не развивалось. Вы от этого закрывались. Что это? От чего вы закрывались? Вот император, смотрите, император, о чем может быть? Это может быть создание своего какого-то бизнеса, да, и как-то он у вас не получался. Здесь может быть любого рода ответственность.
либо вы закрывались от того, чтобы как-то, вы знаете, более уверенно себя проявить, показать во внешний мир, отстаивание каких-то своих границ. По императору также может быть вот серьезные отношения, кто-то, может быть, и отношения закрывался вообще как таковых. Да, здесь где-то хитрили, да, где-то что-то ждали, может быть. Может быть, какой-то вот возврат. Причем май месяц, да, у нас на Меркурии будет ретроградный, да, вот может быть возвращение кого-то из прошлого. Такое тоже может быть, да, какого-то человека. Ну вот мне здесь кажется, больше какая-то вот ответственность, да, закрывались от какой-то ответственности, может быть, не делали выбор. И вот шут выпадает, обнуление, что-то такое новое, да. Может быть, кто-то хотел иметь детей, например, да, где-то как-то закрывался, говорил, что вот, ну, нету готовности. Здесь какая-то ответственность, то, от чего вы ранее закрывались, нуждали, где-то, знаете, вкладывали силы. Либо новый уровень отношений, либо новый уровень бизнеса, либо абсолютно новый бизнес, либо какие-то новые предложения для того, чтобы как-то проявить себя более уверенно в социуме. А хитрость с чем связана, самообман? С вашим отшельником, что вы были не готовы. Поэтому это может касаться чего угодно. То есть, допустим, вы говорили, где мои отношения, да, а сами где-то в душе говорю, ой, блин, ну, мне и так хорошо, а я одному, и вроде бы и тихо, спокойно, и никто над головой не стоит. Вот, но внешне где-то показывали, что, ну вот, может быть, я и готов к отношениям, а внутри, в душе нет. Вот здесь вот эта вот какая-то хитрость, связанная с отшельником. Может быть, кто-то осознанно уединялся для того, чтобы подумать над решением какой-то задачи, да? То есть я еще не готов, я хочу найти верное решение. Это какое-то верное решение, оно будет принято. Вот это вот скоро войдет в вашу жизнь. Давайте еще посмотрим, просто другую колоду взяла. О чем вы не подозреваете, оно уже... Вот здесь у меня такое ощущение, да, что вы и подозреваете, и оно уже близко. Хорошо, что, о чем еще вы не подозреваете, оно уже близко. Так, какой-то интерес, да, к чему вы будете проявлять интерес? Двойка ума, да, игра. Что это за игра, с кем или о чем она? Угу. Скука. Сейчас я вам скажу. Воздержание. Ну, вот опять-таки воздержание. Там умеренность была, да, а здесь воздержание и скука. Знаете, у меня такое ощущение, что где-то вы... Вот эта вот игра... Она некая такая манипуляция, да, то есть вами выбрана была позиция, типа я уйду в какую-то пассивность, и вот если я, допустим, нужна человеку, то этот человек сам пускай проявится, да. Либо если мне суждено, то это так и будет, например, про бизнес, да, либо как-то, я не знаю, с финансами что-то. Но вот здесь какая-то хитрость, вот игра вот эта, да, здесь они в шахматы играют, куклы. То есть это все так было, как будто бы, ну, просчитано. Но вот мне здесь как-то, если это все-таки касается темы отношений, для кого актуально, здесь какая-то вот, какой-то такой ваш маневр был, что я уйду в отшельника, ну, типа я буду заниматься своей жизнью, я не буду обращать внимание на другого человека, и тем самым я привлеку к себе какое-то внимание, да, какой-то интерес. Либо наоборот, кто-то утратил интерес к какому-то делу, либо к человеку, да, и находился долгое время вот именно, ну, в воздержании, когда ничего не происходило. Вот, и тут у человека, значит, родилась гениальная идея, да, и появляется король мечей. Значит, у нас появился император, а здесь появляется король мечей. Для кого актуальны отношения, вот, я говорю, человек, может быть, из прошлого появится. Вот, даже если это не отношения, да, все равно человек из прошлого появится. Либо если это не человек, то здесь будет принято, придет какая-то вот гениальная идея, да, придет какое-то решение, связанное с тем, с чем башня, разрушение, что нужно будет что-то разрушить.
И здесь, знаете, речь идет о том, что долгое время что-то не происходило, вот как будто бы в Торе, да, картой другой колоде. И как-то вот уже ничего не развивалось, скучно было, да, как-то неинтересно. Ну и зима еще такая была, такое время года, не поактивничаешь особо. И тут, знаете, хочется сказать, нежданно-негаданно, как снег на голову, упала идея. Либо упал какой-то человек. Вот, и все как-то вот закрутилось, завертелось. Надежда, вот видите, опять звезда выпадает. Где-то в глубине души своей вы надеялись, что так оно и будет. Вы верили в это, боялись себе это признаться, чтобы, знаете, как это мы иногда так говорим, ну, чтобы не сгладить, ничего не буду говорить, ничего не буду делать, да, чтобы не сгладить, не дай бог я это сгладил. Вот здесь вот что-то такое. Ну вот я думала, что что-то другое покажет. Нет, а здесь вот показывает как раз-таки какие-то урожаи. Вот урожай своих трудов. Вы уж сами решайте, с какой сферой это связано. На то, к чему вы прикладывались. Причем, знаете, если вы вкладывались в большей степени, если это касается какого-то партнерства, чем другой человек, где-то в какой-то момент вас это стало уже даже где-то, может быть, бесило, раздражало, что уже, блин, бросить, что ли, пойти как-то уже другим путем, вот по семерке пентаклей, да, либо продолжать. Но как-то вот все равно думали, ну, ладно, пускай будет, да, как, я не знаю, запасной вариант, что ли, все равно буду продолжать вкладываться. Это как, знаете, какое-то растение, то есть я не понимаю, что это, то ли это сорняк, то ли это цветок. Ну ладно, я его буду поливать, а там уже по факту, когда вырастет, я уже потом разберусь. Если это цветок, я буду радоваться, если это сорняк, я его вырву, ну уже потом. Вот здесь что-то такое, вы уже вот прям, с чем были связаны надежды, хочу, возрождение. Вот я говорю, вот вы уже не верили в то, что что-то может возразиться, да, в данном случае может быть и исцеление, да, здоровье, по здоровью, здесь тоже такое может проходить. Либо человек вернулся, да, какой-то, и вы станете перед выбором, что сделать, как мне быть, продолжать, не продолжать, делать, не делать, да, вот здесь вот вы будете брать на себя ответственность, что мне здесь. У меня такое ощущение, что вдруг неожиданно, допустим, знаете, уже не очень-то и верили, да, и шли своей жизнью, уже самостоятельно жили, вдруг вернулся человек и сделал вам предложение, да, там, я не знаю, ну, здесь иерофант выпадает, здесь что-то такое традиционное, да, что-то такое серьезное, не обязательно брак, но здесь не про сожительство, да, здесь вот что-то, какие-то серьезные такие отношения, вы, а мне это надо сейчас, типа я и не совсем понимаю, может мне и не надо, вот что-то такое, вот, ну не привязывайся равно к отношениям, я рассказала вам варианты, да, тема такая, ответ такой, какой и вопрос, да, о чем вы не подозревали, а оно уже совсем близко. На, не подозревали. А у кого-то подарок и праздник. Ну, а может быть, и все вместе. Напишите мне потом, когда это с вами случится. Ну, если вспомните и вернетесь к этому раскладу, мне будет интересно. Итак, позиция номер два. Красненький камешек. Давайте посмотрим двоечки. О чем вы не подозреваете, а оно уже близко. Тройка пентаклей. Так, здесь такое чувство, что что-то вы в детстве хотели построить, да, либо что-то начать. И вот как-то, знаете, все сомневались. Это может быть связано даже с профессиональной сферой, да, может быть, кто-то думал, заниматься мне целительством, не заниматься мне целительством, да, как-то вот помощью другим людям. И как-то неожиданно вы решитесь. Для кого-то может быть обучение, куда-то вы пойдете, да, оттачивать какое-то свое мастерство, какие-то свои навыки. Для кого-то здесь может быть неожиданно какое-то предложение, подписание документов, договора, контракты. Для кого-то может быть маленький какой-то презент, но это не...
не в плане дня рождения, а это, знаете, это скорее всего профессиональная сфера, если какой-то бонус получите, либо какую-то премию, но это не так много будет, не такая большая сумма, но будет, да, здесь скорее всего что-то связано с вашей работой. То, что вы планировали, да, либо как-то вот каждый день во что-то вкладывались, это такое ощущение, что это начнет давать вам первые результаты. И вы будете радоваться очень. Это связано с работой. Что еще? Что еще вы не подозреваете? Уже скоро придет дьявол. Дьявол придет к вам. Тройка кубков, праздник. Так, здесь будет что-то, что ведет вас в какой-то тупик. Знаете, такое ощущение, что узнаете какую-то новость, но она ведет вас в тупик, но будьте осторожны. У меня такое ощущение, что вот она как будто бы ложная. То ли вам кто-то ложную какую-то информацию передаст, то ли, знаете, может быть такое, увидел, ну, допустим, если вы замужем, да, увидели своего мужа, там, я не знаю, с молодой какой-то девушкой, и вот как-то приревновали, вот, и скандал, и все такое, а потом проясняется, что это просто там, я не знаю, дочь, либо племянница какого-то близкого товарища, да, которая пришла устраиваться на работу, и вот попросили, да, там, я не знаю, взять человека на работу, а встреча была именно в кафе, да, то есть она, например, пришла со своим отцом девушка, отец отлучился элементарно там в туалет, вот, и в этот момент вы мимо проходили и увидели своего мужа, например, с девушкой, а там вообще ничего такого, ну, не было, сексуального какого-то подтекста, но вот здесь вот какая-то такая... Либо, может быть, обратите внимание на своих подруг, потому что тройка кубков у нас говорит еще о женском коллективе каком-то, да, есть там какой-то дьявол, да, то есть дьявол здесь может быть, ну, какой-то вот подвох, да, подвох, какой-то обман, ложь может быть. А еще посмотрите с документами, да, когда будете подписывать документы, какие-то связи, да, здесь тоже такое может быть. Вот о чем нам говорит дьявол. Угу. Страхи какие-то. С чем связаны эти страхи? Здесь о каких-то страхах. И вот прям подтверждает еще девятка. Волнение, переживание, неуверенность. По поводу чего? По поводу дальнейшего движения. Так, хорошо, вы не ожидаете, а это скоро случится. Ага, то есть здесь у меня, знаете, может быть, какое-то предложение будет вам по поводу вашего дальнейшего продвижения. Вот то, что я говорила, это как-то с профессиональной сферой связано. И вы испугаетесь, то есть вы не ожидали, а вам пришло, ну, на работу как-то устроиться. Либо какой-то ваш продукт, кто-то сказал, что вот, ну, нашел продюсера, нашелся продюсер, будет продвигать. Вы как-то не уверены. Здесь ступор. С чем связан? С эмоциями. У меня такое чувство, что вот вы как будто бы не готовы будете. Не готовы. Здесь будет страх, что вот как будто бы меня будут обманывать, могут кинуть на деньги. То есть вот какая-то... Обращайте внимание, если у вас есть такое предчувствие, проверьте лишний раз, перепроверьте. Потому что, да, здесь может быть такое, что вот вас... Причем человек хорошо вам знакомый из прошлого. Либо у вас будет такое вот чувство, что как будто бы ситуация повторяется, и меня заново могут кинуть на деньги, как было когда-то. То есть какая-то ситуация сейчас происходит, и она вам напоминает что-то из прошлого. В общем, лишний раз перепроверьте, да? Так, что еще? Что еще здесь может быть? О чем вы не подозреваете? Оно уже скоро. Очень близко. Упорство, да, на повторе у нас идет. Упорство, а не, не на повторе, это рыцарь мечей. Упорство, связанное с чем? Отрешенностью. То, от чего вы долгое время уходили. Угу. Здесь будет конфликт.
Так, здесь может быть с каким-то человеком, с которым у вас было разногласие, где-то вы не поняли, да, друг друга. Произошел какой-то конфликт, произошла какая-то ссора, да, и люди отстранились друг от друга. Вот, но все равно по притяжению, да, здесь возвращается этот человек, и опять сила на повторе. Но здесь вы уже будете как будто бы иметь власть над этим человеком. То есть вы будете уже решать, мириться вам или нет. Здесь такое тоже может быть. Спрашиваю, мириться вам или нет. Была карта скрыта, ваше будущее. Ну, то есть здесь, скорее всего, от вас будет зависеть. Хорошо, и давайте еще один вариант. Может быть, покажут еще что-то, о чем вы не подозреваете, а оно уже совсем близко. Что совсем близко? Сохранение энергии, связанное с чем? Пробуждение. Вот здесь какое-то пробуждение, по-моему, я уже неоднократно говорю, двоечка, какое-то пробуждение у вас будет. Угу. Здесь вы почувствуете себя более уверенным человеком, потому что здесь управление своей энергией, да, то есть вы как будто бы намного сильнее станете. Выходите из энергосберегательного вашего режима, да, и вот как будто бы, то, что здесь еще колесница выпадает, желание как-то двигаться дальше, вперед. Угу. Здесь, может быть, кто-то действительно уже готов к новым отношениям, либо готов к созданию чего-то нового в партнерстве, если это профессиональная сфера, да, здесь единение идет. Да, здесь принимается решение. То есть, знаете, долгое время сидели, да, и все, и вы уже почувствовали, что вот сейчас готов. Да, то есть, если кто-то из вас ждет подсказки о том, что вот сейчас самое подходящее время или нет, то да, сейчас вот по этому варианту, по крайней мере, вы уже готовы, ну, вот уже нету какого-то страха и сомнения. Я уже как-то вот больше уверена, да, и вы внутри должны будете ощущать, это вот про тех подойдет, тем, кто внутри чувствует, что вот чувство, что что-то меняется, да, что что-то должно произойти по-другому. Вот это для вас, если вы искали подсказку, есть внутренний отклик на этом, то да, время пришло, да, здесь время пришло. Причем вы будете управлять ситуацию. Вот, знаете, иногда бывает такое ощущение, что вот, ну, я не уверен, вроде я хочу и не уверен. А бывают такие моменты, когда есть вот это вот чувство, я уверен, что все будет хорошо. Даже если не будет хорошо, неважно. У меня все равно есть внутренняя уверенность. Вот здесь вот про это, про внутреннюю какую-то уверенность, она у вас появляется. Так, зелененький камешек, третья позиция. Давайте посмотрим вас, троечки. О чем вы не подозреваете, оно уже совсем близко. Выбор, выбор. И, ну, тройки, я говорю, у вас вы какие-то последнее время, скажем так, последние 2 года проходили трансформацию, а здесь сейчас вы не подозреваете, но выходит 3 великих аркана вышло. Причем интересных аркан. Аркан влюбленных, верховной жрицы и императрицы. 2 женских аркана. Что произойдет? Да, вы как будто бы найдете внутреннее равновесие, внутреннюю уверенность того, вот каким путем вы хотите пойти. Угу. Давайте я все-таки еще и уточню эти арканы. О чем у нас говорит Верховная Жрица? Да, о том, что вы не действовали, не было желания, вот, не было как-то сил, ресурсов, да и понимания, куда вы хотите пойти. И потом произошла по аркану смерти некая такая трансформация, вы решили, что теперь я буду делать все только так, как я хочу, да, в свое собственное удовольствие. А вот выбор у вас связан с чем? Ну, башня, разрушение. Что именно вы разрушили? Какую-то тяжесть, да, какая-то ответственность, ношу, которую вы несли, вмешались в высшие силы, у вас выпадают 1 великие арканы. Интересно. А какая-то серьезная, видимо, ситуация у вас будет, да, как будто бы вмешались высшие силы, и ситуация изменилась, И это вот каким-то образом повлияет на ваш выбор. Угу. Как будто бы вы решаете дальше двигаться, здесь по тройке мечей, да, боль какая-то, слезы, переживания, травмические какой-то. Это опыт у вас был, да, и здесь завершение.
Завершение. Здесь конец какому-то вашему болезненному опыту. Я не знаю, с чем он связан, но вот что Аркан Мира говорит, что башня, да, разрушение, колесо фортуны, здесь все эти арканы говорят о том, что что-то завершилось, опыт пройден, этап пройден. Скорее всего, вот те трансформации, о которых долгое-долгое время мы говорили с вами, здесь, скорее всего, они пройдены, и этот опыт принят, не только завершен, вы его как будто бы приняли, как окончательный, как бесповоротный. Отсюда у нас и появляется изменение в сознании, да, что теперь я хочу жить только в свое удовольствие, так, как хочу я, то, что, делать то, что наполняет меня. И по верховной жрице вы приходите к балансу внутри себя, когда вы не могли четко прояснить, что же вы хотите, да, вот какое-то вот свое желание, не уверены были, получится, не получится, где-то вот это вот вы с собой не могли договориться, внутренняя какая-то у вас неуверенность была. И сейчас вот эта вот ситуация как-то разрешилась. Что произошло, что у вас появилась уверенность, мне хочется спросить. Пятерка мечей. Вы перестали сами с собой конфликтовать, сами с собой бороться. Знаете, просто переключились на позитив, на что-то такое приятное, да, и акцент сделали больше на ваше будущее. Не на то, что говорят другие люди, не на критику, не на сплетни, не какие-то вот болезненные моменты, а просто захотели, да, вот здесь вот какое-то такое, захотели и стали думать больше о своем будущем и о позитиве. Как-то вот осознанно, да, здесь осознанно произошло что-то. Так, о чем еще вы не подозреваете, оно уже скоро близко, совсем близко, скоро близко. Ну, десятка педаклей, да, какая-то стабильность. Вот стабилизуется ваш эмоциональный фон, либо стабилизируется то, что имеет отношение к вашей семье, либо к вашим финансам, к деньгам. Но здесь вот, знаете, как-то вот связано что-то с семьей. Потому что выпало две десятки, десятка кубков и десятка педаклей. Да, то есть здесь не только деньги затронуты, а здесь затронуто еще и семейное какое-то положение. Угу. Стабилизируются те перемены. Откуда-то вы ушли, если здесь был развод, расставание какое-то, да, и были перемены. Вот здесь эта ситуация, она станет более стабильной. Да, здесь у вас открываются горизонты. Вот то, что долгое время не происходило, у вас не было сил, что-то новое ворвется в вашу жизнь. Тройка жезлов и аркан солнца. Да, что-то новое, позитивное, такое теплое. И десятка кубков счастья. Что у вас здесь произойдет? Король мечей. Либо новый человек войдет в вашу жизнь, либо окончательное решение, да, которое примете вы для того, чтобы двигаться дальше. То есть здесь вот как будто бы все, ставлю точку и иду дальше в свое будущее. Так, давайте посмотрим на другой колоде, о чем вы не подозреваете, а оно уже случится. Осознание, так, то есть солнце на повторе. Будущее скрыто. Хорошо, будущее скрыто. Спросим по-другому. Спросим по-другому. Ближайшее будущее, да, есть там скрыто будущее. Активность. Вот вы будете проявлять некую активность. А причем, знаете, не в перекосе, именно в балансе. Вот там у нас была верховная жрица. Именно в балансе, в равновесии. То есть вы как будто бы внутри вас появится вот этот вот маячок, который будет говорить... Знаете, как это? Вправо нельзя, влево нельзя. Как некий жезл, или как он называется, у акробатов, да, есть вот это, вот они идут по, боже мой, по веревке. И вот они вот так вот балансируют. Вот здесь вот такое ощущение, что вот это вот внутренний какой-то ваш баланс, он будет вам говорить, как нужно двигаться, да, в какую, то есть... Не отклоняться от равновесия, да, вот здесь вот что-то такое. Но у вас наконец-таки появляется энергия, у вас появляются силы, у вас появляется желание, да, позитив.
игривость, вера. Во что? Во что у вас появляется вера? Зарождение во что-то новое, что что-то новое уже очень близко. Хорошо, что новое ворвется в вашу жизнь? Мягкость, королева кубков. Знаете, здесь любовь, мне хочется сказать. Любовь в первую очередь к самой себе. Удовольствие. Но может быть у кого-то действительно появится и пара, если кому это важно. А так, в принципе, появятся новые эмоции. Любовь к себе в первую очередь. И новые эмоции, вот какие-то результаты вы получите. Это будет вас радовать. То, к чему вы прикладывали усилия, поиск. Вы искали ответ на какой-то вопрос, и вы его находите. Угу. И начинаете совершать какие-то действия, и получаете результат. А, причем результат тот, который раньше вам казалось, что вот ситуация вообще безвыходная. Да, коллапс, что у меня ничего не получится. Но из-за того, что вот вы верили, из-за того, что вы вкладывались, у вас здесь получилось. Вот ваше, благодаря вашему трудолюбию здесь у вас все получится. Вы получите плоды своих трудов. Вот здесь такое. Причем на одной колоде ощущение того, что здесь говорится о личной жизни, а другая колода говорит о профессиональной. Вот такой был у меня расклад и третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание. Хочу пожелать вам всем отличных выходных, прекрасного настроения. Всего вам самого наилучшего. Впереди, ну, по крайней мере, мы празднуем 1 мая. Да? Надеюсь, вы тоже. Праздник, большой праздник весны. Всем вам солнца, тепла, хорошего настроения и побольше улыбок. Прощаюсь с вами до новой недели. Пока-пока.